стадия, вы начинаете смотреть прямо. И то не прямо. Почему? Почему я постоянно отвожу взгляд? Да? Вот камера. Я говорю вам, но я смотрю на кошку. Она крадется? Она крадется к своей матери. Майя крадется к кошке. Разноцветная кошка крадется к серой, белой. Для нее, может быть, она мышка, она охотник, она крадется. Она играет в охотника со своей матерью. Смотрите, смотрите. Она, блин, я никогда не видела, что так. Она так кралась. Она смотрит издалека. Она смотрит на эту кошку. Она прижалась к земле, чтобы ее не было видно, чтобы ее не было слышно. Она крадется на лапах. Она крадется на лапах. А что кошка? О, нифига, прикинь нахуй. А кошка сидит в коробке. Как так? Да куда она? Ай. Прикиньте нахуй, что я увидела. Короче, она кралась, а я кралась за этой кошкой и смотрела, куда она идет. Она так кралась офигенно, она так красиво кралась. О, она пришла ко мне. Привет, Майя. Привет, моя сладкая. Привет, моя хорошая. Так вот, когда вот она кралась, да, я смотрела за ней, я шла за ней. Я видела, что там что-то интересное. У меня такой был взгляд крадущийся. Такой интересный, такой манящий. Я не могла не пойти за ней, не пойти за ее фантазиями. Но когда я пошла за ее фантазиями, знаете что? А, я видела то, что она фантазировала. Я увидела то, что она фантазировала. Я увидела то, что она идет за своей матерью. То есть я начала думать, как она. Я просто начала думать, как она. И все. Я просто пошла за ней, за своими фантазиями. Я просто пошел, и все. А потом что оказывается? К чему я прихожу? Что там кошка в рамках? То есть там кошка сидит в коробке. Меня это так поразило, это так как бы вроде бы неестественно. Это так странно. Я вам хочу показать эту кошку. Потому что действительно странно. Нахуя она там сидит, я не понимаю. Я просто не могу об этом говорить. Это просто настолько смешно, что я не понимаю, что она там делает. А, так она там рожает котят. Она же в коробке рожает котят, кстати говоря. Вы знаете об этом? Ой, так может она скоро родит? А как она родит, если у нее самца не было? Она же дома сидела вроде бы. Ничего не понимаю. Что за хуета? Тапочки. О, смотрите, какие тапочки. Я поняла нахуй. Когда я смотрю на жизнь, я начинаю просто над всем прикалываться. Да даже не... Даже не я начинаю над всеми прикалываться, да? А меня мир сам прикалывает. Меня вообще прикалывает мир. Потому что он такой ебанутся, такой странный. Он такой странный и удивительный вообще. Вы посмотрите, это как, знаете, не знаю, старенькие такие тапочки. Я, кстати, вот эти тапочки положила недавно вот отцу, чтобы он пришел и надел их. Вот так вот. И вот, смотрите. Когда я не вижу больше прикола, не вижу больше приколов. Как бы мне не пиздится ничего. Не вижу больше приколов. О, сапоги почти такие же, как у меня были.